Представляю вашему вниманию распаковку кабеля HDMI. То есть понадобится мне 3 метра. Немножко необычная длина. То есть не полтора, не 1,8, а 30-метровый. И данный кабель предназначен для пускания с интернета. То есть Ultra HD разрешение. 4К, 2К. Ну и пропускает также сигнал 3D. Фирма Dex. То есть поставляется в таком пластиковом блистере. С лицевой стороны, с обратной стороны. Находится в такой упаковке. Внутри находится скрученный кабель. Так, сверху тоже. Так, ну давайте его вскроем. Стандартный HDMI размер с позолоченными контактами. То есть здесь тканевая поверхоснова. То есть, ну, вот такой кабель длиной 3 метра фирмы Dex. Ну и будет в дальнейшем использоваться. Если возможно, если вставлю результаты подключения, то есть, ну, выполнен достаточно добротно из пластиковых материалов с тканевой обмоткой. Так, ну всем спасибо за внимание. До следующих распаковок.